Поехали. На моем канале Ярослава Лайк ТВ. Мне всегда все интересно, я люблю искать и разбираться во всем, поэтому я решила открыть рубрику «Эксперименты, опыты и наблюдения». Мне в этом будет помогать всегда ученая улитка Умка. Сейчас весной я много раз видела, как по ручьям и лужам плывут разные предметы. Листья, палки, тяжелые предметы, которые, казалось бы, должны были утонуть. Например, ягоды. Действовать и поставить эксперимент. Может ли обычная швейная иголка плавать на воде? Для опыта нам понадобится чашечка, водичка, ну и иголочка. Берем чашечку, наливаем туда водички. Берем иголочку и окунаем ее в воду. Она утонула. У меня утонула. Но почему у меня не получается? Ты же ученый, и ты ученый. Значит, вы должны мне помочь. Не получилось. Может быть, попробовать пинцетиком? Ведь руки человека для этого не понадобятся. Можно мне вилку? Она поплыла чуть-чуть. Попробуем лучше. Она поплыла. Даже наша ученая улитка Умка ничего не знает. Хоть она и ученая. Да уж, первые разы неплохо. Лучше.
немного получилось. Можешь повторить? Первые разы неплохо получалось, а сейчас уже что-то хуже стало. Эгики, бегики, ели вареники, иголка не утони. Раз, два, три, иголка не утони. Раз, два, три, погнали. Нет, не получилось. Дайте мне книгу. Что же написано в книге? Про это действие. Не то, не то. Кстати, можно еще было снять вот это. Тонет, не тонет. А если следовать точно под книжке, то тут сказано, что нужно еще обмакнуть ее в масло. Поэтому мы ее обмакнули. Теперь мы аккуратненько ложим иголочку. Иголочку. Это почему? Почему так происходит? Это просто что-то с чем-то. Походу я делаю это слишком быстро. Так. Ну что-то там было такое. У меня несколько раз это получалось, но очень-очень маловероятно, что оно, что этот способ не рабочий. Ну что ж, за кадром у нас это получалось. Что на степик полезли? Что могут нащемить? Так давай, давай! Обычно они притягиваются вместе, поэтому не очень удобно. Получилось! Получилось! В общем-то, за кадром у нас получалось это много раз. А, вот. Сейчас у нас получилось это много тоже раз, но просто оно... Иногда, когда я его спускала, оно было, конечно, но очень-очень, ну, полсекундочки. А сейчас мне получилось где-то, ну, не знаю, на несколько секунд. Это было очень классно. Ну-ка, я сейчас даже еще раз попробую. В общем-то, я сделала это еще раз, и вот можно понаблюдать, как тяжелый предмет падает. Ой, не падает. Ну, продолжим. Плавает. Ну что ж, ягодки, они же... Легенький, легче, чем иголка. Иголка-то это металл. Конечно, это было сложно сделать, потому что иголка, она была прям на вилке, а вилка магнитила иголку. Поэтому это было очень-очень сложно сделать. Происходит это потому, что срабатывает поверхностное натяжение воды. Получается пленка.
И благодаря этим силам натяжения пленка выталкивает иголку. Благодаря этим силам мы радуемся таким красивым пейзажем на воде. На этом сегодня все. Всем пока-пока! Ставьте опыты, ищите истину. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами была Ярослава Лайк. Блогер Семилетка. Мне будет помогать моя улитка под названием Умка. Не знаю так под названием. Под названием. Еще раз. Нормально, давай. Мне всегда все интересно. Всем привет. Еще раз. Ты говоришь лучше. Всем привет. Ничего не с ним разговаривала. С кем? С ней. Ой, ну понравился ей. Нужно как-то его... Ой, извини. Целую. Невероятные кадры. Любовь ученых. Поехали. Всем привет, я Ярослава Лайк. Гав-гав! Ну ладно, давай подумаем. Поехали. Осенью и сейчас весной я много раз видела, как по ручьям и лесным тропинкам. Три-четыре. Осенью и сейчас весной я много раз видела, как по ручьям и лесным дорогам. Четыре. Осенью и сейчас весной я много раз замечала. Что ты замечала? Осенью и сейчас весной я много раз видела, как по ручьям и лесным дорожкам. Да почему лесные дорожки? Так откуда не замечала? Осенью и сейчас весной я много раз видела, как по ручьям и лесным... Осенью и сейчас весной я много раз видела, как по ручьям и лужам плывут ручейки. 3, 4. Я решила действовать, снять эксперимент. И поставить эксперимент. Давай еще раз. 3, 4.